Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, дамы из клуба по интересам и случайно зашедшие зрители. Сегодня мы будем говорить про блогера с канала «Страничка Надежды». Очень странная женщина, которая удивляет нас в каждом своем ролике. Итак, последние два ролика. Что же нас там удивило? Первая часть. Музей без людей. Всего вдвоем, осенним днем, мамаш, агаш идут в музей, где нет людей. Там что-то жрут и вновь нам врут. О чем же врут, скажу я тут. Надька рассказывает про историю города, в котором они живут. Город Шахтерский. И она говорит, это наша история. Врет. Надька, ты к этой истории не имеешь никакого отношения. Ты в этом городе не выросла. Ты в этом городе живешь случайным человеком, так сказать, из серии понаехавших. По-другому я сказать не могу. Единственное, что тебя связывает с этими шахтерами, о которых ты говоришь, и говоришь, что они остались в наших сердцах, это ты осталась в их доме. Да, ты живешь в доме, сама говорила, что это дом шахтерский, рядом находится шахты. В общем, ты донашиваешь, доживаешь этот шахтерский домик. Раньше там жили рабочие, трудяги, а теперь живет нахлебница, тунеядка. Поэтому какое ты имеешь отношение к этим трудящимся людям? Никакого. Так что Надька-тунеядка, скажем, для порядка. Следующая часть – дармовщинка-чертовщинка. Дети маффины поели и в машине посидели. Вот история какая, еда снова дармовая. Вот Надька говорит очень часто, не судите, да не судимы будете. А ее сын осудил тех детей, которые не едят эти маффины, которые с удовольствием ел Миша, Надька и Агаша. Миша осуждает этих детей. Они по каким-то своим причинам, эти дети, не едят эти маффины. А Надькины дети с удовольствием их уплетают. А мы-то глупые, удивлялись, зачем Надька ходит встречать Мишу. Догадайтесь трех раз. Чтоб покормить там Агашу, поесть самой, и, соответственно, чтоб Миша, то, что он там им вынесет. Видимо, дети там что-то учатся готовить, а потом это все раздают желающим покушать. А мы говорим, зачем Надька так далеко таскается с Агашей встречать Мишу, чтоб опять пожрать на дармовщинку. Вот такая дармовщинка-чертовщинка. Следующий раздел. Урожай. Соображай, кто картошечку сажал,
Тот картошечку копал, языком болтал все то же. Ну, на что это похоже? Видно, нечего им жрать. И пошла опять копать. Юбка в пол и в грязь подол. Ну и Надька балабол. Что ж нам набалаболила Надька, копая эту картошку? Оказывается, она все-таки поедет в Россию и засадит весь свой огородик с учетом этого черного квадрата Малевича. Все засадит на следующий год картошкой. Потому что вдруг она приедет опять из России, а жрать будет нечего, а картошка вырастет сама по себе. В Англии такой климат. Это мы тут глупые люди. Сажаем, полим, окучиваем, с жуком боремся, удобряем, поливаем. А Надька? Она посадила, выкопала и все дела. Поэтому она всю растительность изничтожает в своем огородике и все будет засаживать картошкой. Вот так. Мы-то думаем, Надька ленивая? Нет, она очень расчетливая. Она провела эксперимент, убедилась, что картошка без нее вырастет, а она поедет в Россию, достраивает свою усадьбу, которую, наверное, там кто-то без нее уже восстанавливает. Ну и что мы скажем этой тунеядке, которая пытается примазаться к англичанам? А вы, друзья, как не садитесь, все в англичане не годитесь. Пока-пока. Заходите на мой канал. Мы еще посмотрим Надьку. Еще о ней поговорим.